27 сентября в России отмечают свой профессиональный праздник работники дошкольного образования. Эта дата была учреждена в 2004 году по инициативе ряда российских педагогических изданий. На данный момент в дошкольных образовательных учреждениях Десногорска трудится более 640 профессионалов своего дела. И сегодня они принимали заслуженные поздравления и цветы от коллег, детей и родителей.